Биографический фильм. Талызина сыграет роль мамы Началовой. Продюсер картины Андрей Загорский сообщил, что сцены с актрисой будут снимать в июле. Продюсер биографического фильма о Юле Началовой Андрей Загорский нашел актрису, которая сыграет маму ушедшей певицы. Создатель фильма хотел, чтобы роль исполнила Валентина Талызина. Продюсер был счастлив, когда артистка с энтузиазмом отнеслась к предложению. По мнению Загорского, никто не сможет справиться с этой ролью лучше Талызиной. Продюсер сообщил, что сцены с матерью Началовой будут писаться непосредственно под актрису. Съемки с именитой актрисой начнутся в июле, поскольку сейчас она занимается другими проектами. Что самое интересное, у Валентины Илларионовны есть свое видение сцен. Понятно, что никто не чувствует своего ребенка как мать. И я думаю, что она пропустит все через себя, рассказал Андрей Загорский. Исполнительницу главной роли создатель фильма пока не раскрывает. Напомним, ранее продюсер сообщил, что биографический фильм о Юле Началовой он планирует снимать до осени этого года. В ближайшее время должен выйти трейлер со снятым материалом. Биографический фильм покажет три жизненных периода Юли Началовой: выигрыш в юношеском вокальном конкурсе, зенит славы и трагическая кончина. Маленькую Началову сыграет Настя Годунова. Загорский пообещал, что кинолента оставит в стороне грязные слухи о певице. Большая часть прибыли от сбора фильма пойдут в семье покойной певицы. Не забудьте подписаться на канал, если кто-то еще не успел, чтобы вы знали о новых премьерах. Всем счастья и здоровья!